Жизнь прекрасна. Life is good. Есть очень важный аспект вашей жизни, о котором многие не знают и даже не думают. Когда вы становитесь богаче, когда у вас появляются средства, вокруг вас начинают появляться люди, которые называют себя друзьями. Это люди, которым от вас нужно только одно – ваши связи, ваши деньги, ваши возможности и ваше влияние. Они заинтересованы лишь в том, чтобы получить от вас максимум выгоды для себя. При этом многие считают, что вы просто обязаны с ними делиться. Покупать им дорогие вещи, дарить деньги, позволять пользоваться всем, что у вас есть. И это не всегда чужие люди. Это могут быть ваши близкие друзья, супруги, родственники и дети. Ну как же, у тебя же много денег, ты же богатый, дай нам, дай. Бывают, конечно, и более хитрые и умные варианты манипулирования, что называется, кто на что способен. И все это направлено на то, чтобы пользоваться вами в своих корыстных целях. Кто-то этого не замечает и по простоте душевной позволяет сидеть на своей шее. Кто-то видит и понимает, что происходит, но предпочитает оставить все как есть, потому что боится потерять своих близких людей. Почему я говорю «близких» в кавычках? По-настоящему родные и близкие люди никогда не будут относиться к вам как к денежному мешку. Они прежде всего оценят ваши человеческие качества. А если людям в первую очередь важнее размер вашего кошелька, то о какой-либо близости и речи быть не может. И неважно, в каких родственных отношениях вы состоите, это не гарантирует вам любви и преданности со стороны этих людей, если вы окажетесь в сложной ситуации и останетесь без денег. Как только они перестанут видеть вас золотую рыбку, выполняющую любую их прихоть, они тут же развернутся к вам спиной. Еще вчера они признавались вам бесконечной любви, а сегодня они не подадут вам руки и назовут самым последним человеком на земле. К чему я веду? Разрушенные браки, испорченные отношения с детьми, конфликты с родней, предательство бывших друзей не происходит ни с того ни с сего. Этому всегда предшествуют определенные знаки и сигналы, которые шепотом говорят вам о том, что есть проблемы. Если пропускать этот тихий голос мимо ушей, не замечать эти странные случайности и изменения, которые происходят с окружающими вас людьми, то в определенный момент вы можете потерять все – и деньги, и здоровье, и отношения. С разбитым сердцем, обманутый и опустошенный, ненужный тем, кого еще вчера считал близкими людьми. Без крыши над головой, без своего бизнеса, с долгами и невыполненными обязательствами. Это выжженная пустыня, вам здесь не место. Вы не для этого прикладываете столько сил и времени, когда строите свое счастливое будущее. Это ваша жизнь. И никто, даже самые близкие люди, не вправе так поступать с вами. Если вы хотите жить полноценной и счастливой жизнью, будьте внимательны и разборчивы в отношениях. Цените себя. Вы заслуживаете всего самого лучшего и прежде всего искренних отношений, крепкой семьи и верных друзей.